Ну, а до нашої студії завітала дівчина, яка знає секрет гарного настрою, гарного самопочуття і смачної кави на полотні. Ксенія Доброчинська. Хто це? Дізнавайтеся далі. Ксенія Доброчинська – художниця, дизайнерка, арт-терапевтиня. Викладає малювання та живопис. Вигадала власну техніку «Drink Art» – засновниця кавової арт-терапії. Доброго вам ранку, Ксенію. Значить, я каву зранку п'ю і лише п'ю. Ще я можу з нею зробити масочку для обличчя, якщо кава натуральна, мелена, і тоді от ці залишки можна для маски для обличчя використовувати. Ви пропонуєте арт-терапію за допомогою кави. І при цьому каву в цьому процесі потрібно не пити, нею потрібно малювати. Да. Я предлагаю рисовать кофе, потому что это очень гармонизирует состояние, наполняет умиротворением, наполняет счастьем, покоем, ощущением полного уединения с миром и несет за собой очень исцеляющие моменты. Дивіться, в чому тут проблема, бо нещодавно мій дворічний Степан розлив каву на мій записник, а потім взяв ще й руками розтер. Я не можу сказати, що то вийшло шедевр, але я почала нервувати, бо там були дуже важливі записи. Тобто, в якому випадку кава, яку на полотні розтерти і нею щось намалювати, все ж таки буде гармонізувати? А от не як я потім з ганчірками, з губками. Він чувствував, що з цього може вийти шедевр. На самом деле есть два способа рисования кофе. Первый способ – мы рисуем на результат. В конце получается шикарная картина. Мы пишем ее по образу. И на самом деле эта картина, которая получается в конце, это только бонус или подарок всем людям, которые получили массу удовольствия и состояние гармонии в процессе написания картины. А есть еще такой способ, как выливание своих эмоций на холст и самовыражение. Вот то, что делал ваш Степан. Да? Степан. Ксень, ну а як малювати? Ну це мається, я не знаю, якийсь має бути спеціальний розчин кави, має бути якийсь спеціальний пензлик, чимось папір або полотно. Ну, як воно це все взагалі відбувається? Да, на мастер-классах по кофейной арт-терапии я рассказываю подробные техники, как добиться определенного результата, потому что кофе – очень сложный инструмент написания картин, гораздо сложнее, нежели краски. Но на самом деле он очень схож с обычной гризалью. Эта техника была популярна в 15-16 веках и использовалась для создания барельефов зданий, в основном в церквях, потому что здания были очень высокие, и на куполах сложно было делать рельефы, фрески, и художник тогда просто рисовал там гризалью, и когда люди заходили в помещение, им казалось, что там рельеф, а не рисунок. Тобто це ще й давня техніка, початок відродження, да, якщо 15-те сторіччя. Да. Якщо говорити про те, кому вдасться створити картину кавою, це діти, це дорослі, чи це лише професіонали, які знають основи написання картин там, або олією, або хоча б акварелью? Получиться картина абсолютно у всіх. Даже у людей, которые первый раз сели за холст и никогда до этого не имели навыков рисования, ни опыта рисования. Дело в том, что на своих мастер-классах я специально веду поэтапно живопись, и поэтому людям легко следовать, и у всех получаются хорошие в конце работы, несмотря на то, что многие работают не на результат конечный, да, а на состояние внутреннее, потому что приходят, опять же таки, на мастер-классы люди в разных состояниях своих. Кто-то погружен в работу, кто-то в будни, кто-то в отношения, не везде все гладко. А в процессе написания картин настолько уходят люди в картину, даже у художников есть такое понимание, как уйти в картину,
что все растворяется, ничего не замечается, ничего не слышится, что происходит вокруг, и идет работа непосредственно с космосом, с абсолютом, ну, можно это назвать как кому удобно, потому что человек выступает проводником и через себя проводит космическую энергию в процессе написания картины. Півтони і сам колір. Кавою можна лише руді, отакі жовтуваті картини створювати. Да, картини завжди виходять в сепі, іноді в темній, іноді в більш світлій. Все залежить від насиченості кофе. Якщо ми говоримо про техніках, то кофе потрібно заварювати дуже крепкий, як люблять його пити італійці. Ко мне приезжали сюда итальянцы, и они говорили, у вас неправильный экспрессо. У нас экспрессо такой, который не доходит даже до желудка. Он растает на языке, и все. И дальше, ну, нет много, большого количества жидкости, чтобы он проходил дальше. Вот примерно так нужно заваривать кофе. Но можно переборщить, и тогда работа никогда не высохнет. Работа может лежать 10 лет и будет мокрой и липкой, потому что у кофе имеется такой состав клейкий. И она будет просто как клей все приклеивать, и даже через 10 лет, если вы потрогаете, прикоснетесь ладошкой к работе кофе, которая была написана слишком насыщенно, это неимоверно, слишком просто насыщенно заваренный кофе, он будет клейким. Поэтому тут должна быть тонкая грань между тем, как сделать кофе очень насыщенным, но не переборщить. А цукор потрібно додавати? Нет, сахар мы не добавляем. Просто я просто намагаюся усвідомити, як кава буде чіплятися до паперу. Ну, це якась така для мене вища математика. Приходите на мастер-клас. Ксенія, а от ще запитання про те, про запах кави. Да? Я одного разу тримала в руках таку кавову картину, вона пахне, і вона дуже довго пахне. А коли працюєш на майстер-класі, який аромат стоїть? Тобто таке враження, ніби ти всередині філіжанки кави знаходишся? Да, іменно так. И более того, когда работа написана, ее приносят домой, и потом этот аромат и дома находится, и на протяжении многих лет. Работу оформляют под стекло обычно, но если работу не оформить под стекло, она лежит, то она будет источать ароматы через 5 лет и через 10 лет, потому что у меня дома не все работы оформлены, так как их очень много. И можно ее понюхать, и она будет пахнуть кофе, не в зависимости от того, сколько ей лет. Як відбувається гармонізація і сама терапія? Бо зазвичай, коли говоримо про арт-терапію, психологи кажуть про те, що колір, який обирає клієнт, показує на його якісь переживання або внутрішні страхи, форми, які клієнт зображує на папері, на холсті, так само показують якісь проблеми, які потрібно вирішувати. Якщо це арт-терапія кавою, ви звертаєте увагу на якісь, на форми, на насиченість кольору, того самого кольору сепії, на те, наскільки щільно картина створена, наскільки там мало, ну, там, білих якихось прогалинок? Ну, звісно, все має значення, але на самом деле на нашій арт-терапії кофейній ми не аналізуємо, тому що все направлено у нас, именно у нас, на то, чтобы гармонизировать состояние в настоящий момент. Дело в том, что жизнь есть сейчас, здесь и сейчас, и нужно наполнять эти моменты счастьем, радостью, эмоциями позитивными. И тогда мы делаем полезное не только для себя, но и для всей нашей планеты, потому что эти 2 часа, когда вы рисуете, вы пребываете в состоянии покоя, радости, и вокруг вас создается поле точно такое же, спокойствие, радости, счастья. И все это считывают и другие люди, и растения, и налаживаются вопросы, которые были перед этим. Многие люди после посещения мастер-классов решаются на то, что долго, на что не могли решиться долгое время, много лет. Мне иногда звонят и рассказывают истории, что вот побыли на мастер-классе, а потом сразу поехали решать моменты, которые откладывали и откладывали. Поэтому арт-терапия и вообще любое рисование,
оно влечет за собой исцеляющий момент. Дякую. Ксеничко, дуже вам дякую за те, що робите і за те, що розширюєте, ну, принаймні, наші горизонти. Ми тепер знаємо, що кавою можна писати картини і лікуватися не тільки, коли її